Я переехал в Германию 26 лет назад и много лет занимался созданием позитивного образа русского в Германии. В последние годы это стало довольно сложно делать. Мне кажется, что в результате определенного кризиса руководства в России обоим странам не с кем стало разговаривать. Мы сегодня разговариваем, можно сказать, друг с другом, сами с собой. Российское руководство не видит вне страны партнеров для разговора. Это было прекрасно. Прекрасный призыв, коллеги, спасать филологов, социологов тоже надо спасать. Но, и писателей, да. Но только я не думаю, что кто-то будет этим заниматься, кроме самих филологов. Надо спасать себя самим. Да. Спасибо за внимание.